В начале мая в Финляндии прошла министерская встреча Арктического совета. Это межправительственный ведущий форум международного уровня, утвержденный 8 арктическими государствами. Статус постоянного участника имеют 6 организаций коренных народов Арктики. Среди них Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также Инуитский приполярный совет. В состав делегации от Чукотки вошла и Любовь Таян. Она рассказала нашему корреспонденту Никите Брезнякову об итогах встречи. Сотрудничество, координация и взаимодействие между арктическими государствами, а также решение насущных проблем Арктики – вот основная задача министерской встречи Арктического совета. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а Чукотку от международной организации ICC представила Любовь Таян. Впервые за более чем 25 лет работы межправительственного форума Арктический совет не смог достичь консенсуса по декларации. Впервые с момента создания Арктического совета общую итоговую декларацию принять не удалось. Хотя участники встречи все официально подчеркнули, что высоко оценивают деятельность Финляндии в качестве председателя Арктического совета, но, как сказал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, что совместной декларации, к сожалению, не будет. США не утвердили формулировок об изменении климата. Изменение климата – это не единственная проблема, с которой сталкиваются коренные народы в Арктике. Делегаты также обратили внимание на вопросы надзора за дикой природой, дефицита инфраструктуры и социальных услуг, проблемы физического и экологического здоровья, включая проблему суицида, а также защиты культуры и языка. Вот об этом как раз в своем выступлении, которое было по повестке министерской этой встречи, вот выступал наш руководитель официальной делегации Джим Стоттс. Это прозвучало практически у всех, у тех же атабасков, тоже коренные народы Аляски, и алеуты, вот тоже об этом говорили. В этом году в качестве председателя выступила Финляндия, а в завершающий день председательство было торжественно передано на очередной двухлетний период Исландии. Следующая министерская встреча Арктического совета пройдет в 2021 году. Пост председателя займет Российская Федерация. Никита Березняков, Александр Кузьминов, служба информации.